Мне нравится футбол. Почему? Удовольствие получаю, когда играю. Ну, у нас команда есть. Мы уже летали в Сочи в этом году. В июне прилетели. Было много полей, 6 полей было. Мы взяли 5-е место. Ну, там все российские, там еще были Казахстан, Тыва, республика. Мне понравился Сочи парк, он был очень большим. Мне понравилось, там еще был дельфинарий, аттракционы, американские горки, там много. Я на поле нападающий, моя задача как можно быстрее принести мяч на чужую половину поля и быстрее забить гол. Много голов уже забивал? Да, много лучших игроков. Вот, мы сначала играли в Спасске, мы взяли 1-е место, у меня был лучший игрок. Потом мы из-за этого выигрыша мы поехали на поезде в Хабаровск. Мы заняли там 1-е место, у меня тоже был лучший игрок. А потом мы в Хабаровске выиграли и полетели в Сочи. В Сочи самое много я забил за игру 9 голов. 9 за одну игру? Да. Обалдеть, а какой счет там был? 9-1. Я думаю, что там будет очень много впечатлений, развлечений, много счастья, улыбок. Думаю, мне понравится.